Всем привет, мы тут уже сели завтракать. Мы тут, ребятки, там. Вот, и смотрим. Опять кузена, все вместе уже. Мне, короче, так вчера понравилось гонять с колоском. Во-первых, прикольно, не просто хвост, а еще и удобно. Настя мне еще сегодня заплела. Они сейчас уже собираются домой. Сир. Сирка, ты во влоге, Сирка. Ну, пофигу. Вот, так что да. У нас сегодня очень тепло на улице, вроде, но ветрено. И да, какая-то погода. А, котятки уже там собираются. Котя, пойдем продолжать котят. Так, ребятки, у нас уехали. Мы сидим, я монтирую вложики, выкладываю фоточки. В общем, хочу побыстрее уже форматнуть свой телефон, потому что работает фигово. Вот. У меня здесь мороженка. Вот. Короче, чилим, отдыхаем. Выходной. Нет, мне, конечно, пришлось запустить, но вот там проверить рекламку, полазить там. Отзыв оставил клиенту. Надо было, вот. Так что да. А я ем мороженку такую вот. Погодка такая вообще переменчивая, прикольная. Вот, и мы тут чилим, отдыхаем. Игорь тоже там в компе сидел. У нас уже 1:30. Так, ребят, ну что, сготовили мы обед. Я ем пельмешки с бульоном и с маслицем. Растопила маслице тут. Вот, а вы горюшки, короче, там щи. Вот. Но самое прикольное, что они у него с пельменями. Он туда себе пельмени кинул. Так что будем обедать и что-нибудь смотреть. Плюшкина, хотел сказать. Птушкина, наверное, включай. Нет, Птушкина, давай. Так, ребята, у нас уже на самом деле 12:30 вечера. Мы уже успели и поспать, и поболтать, и сейчас собираемся с силами. Какое? Да любое, открой что-нибудь. Вот, фотку открой, посмотри, фотку же проще. Вот. И, в общем, разрешение. Ну, короче, ребят, не перебивай, я ж влог снимаю. Вот, в общем, сейчас собираемся силами чуть-чуть пройтись, поубираться. Ну, стирку заложить надо там. Сняла постель после ребят гостевую. Вот. И, ну, так, пройтись, короче. Дальше сидели, уже кушать что-то хочется. Думали, всем пирожку сготовить. Нет, я что-то хотела бы варить чабату. Игорь не очень хочет. Ты не очень хочешь, Игорь? Или ты хочешь? Игорь хочет, но не хочет тратить, да? Что? Ты вейк хочешь? Угу. Вот, ну, короче. Пойдем прогуляемся заодно. Так что день у нас мгновенно пролетел. Завтра уже рабочий будни. Вот. Так что... Такие делишки. Я сейчас колоском гоняла, а сейчас уже расплела все. Уже после сна он разветвился. Еще сижу, смотрю, такая, блин, пыль какая-то. Уж Сирик что-то натаскал. Какие-то точки. Как, кстати, сейчас работает телефон? Мне кажется, что чуть получше стало. Ну, не факт. Мы ушли погулять. Что-то у нас там милиция стоит. Полиция. Ну, конечно, не самый благополучный райончик. Мы вышли прогульнуться. Вот. С Игорюшечком моим. Хорошо, тепло, ветра нет, поэтому хорошая погодка. Чуть пройдемся и покушаем. У нас последний выпуск Птушкина. Где смотрим все его влоги. Кстати, еще такая луна красивая. Сейчас засниму вам. Смотрите, полнолуние. Камера, конечно, не так передает, но вообще классно. Грязюка, хоть чуть-чуть подмерзла. Все равно грязно. Так, ребят, для вас прошло несколько секунд, но мы уже давно дома. Мы погуляли, купили покушать, пришли, зависали. Я все это время чистила телефон, если честно, у меня, не знаю, то ли это телефон, то ли что, у меня прям палец так немеет, как-то ломит. Бывает такое. В общем, очень долго мы суетимся, у нас уже 5:30. Вот, сейчас мы решили посмотреть Птушкина, посидеть. Вот, так что... Да, позатрусил. Пипец какой-то. Уже начинает хотеться спать. Чуть-чуть посмотрим. Может, еще что-нибудь помонтирую и спать. Блин, вообще так хочется телефон быстрее форматнуть. Но хочется все смонтировать, чтобы потом это все мне не скачивать, не перекидывать. Все сделать уж тогда уж. Накопила, сама виновата. Как Игорь постелил. Сам лег, а Сирика постелил. Мы не спим. У нас 7:30 утра, и мы как дубанутые, не спим. У нас там рассвет уже давно. Сирка, иди ко мне, правильно? Иди. Я монтирую, чищу телефон. Игорь тоже зависал, болтали.
Иди сюда. У нас такое бывает. Сбился график. Ты мой сладенький. Ты мой такой сладенький. Смотрите, как у нас красиво солнышко. Ладно, мы пойдем спать. 7:30. Сейчас хотя бы поспать пару часов. А то скоро клиенты активизируются.